Здрасте, здрасте, люди добрые. Мой вес 112 килограмм. Мои скорости не упали, у меня добавилось силы. Люди, у меня к вам просьба. Ну, хватит на Мишу нападать. Поддержите его, кто сможете. Он не понимает, конечно же, куда он выходит. Ему будет тяжело и сложно. Ну, хватит. Уже достаточно того, что он отважился выйти на ринг. Достаточно меня одного, что я на него нападаю. И буду бить его. А ему будет очень больно. Всем привет! Стало известно, сколько заработают за поединок Александра Емельяненко и Михаил Кокляев. По неофициальной информации, Кокляев просил за этот поединок порядка 5 миллионов рублей, а стандартный заработок Емельяненко в 2 раза выше. Напомню вам, что поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве. Поединок Кевина Ли против Грегора Гиллеспи официально объявлен. Бой состоится 2 ноября на шоу UFC 244. Александр Емельяненко сравнил своего брата Федора и Хабиба Нурмагомедова. Александр считает, что Федор более великий боец для ММА, чем Хабиб. «Федор завез ММА в Россию», — сказал Емельяненко. «А все остальные — последователи, включая меня. Просто пошли по стопам Федора делать то, что первым начал делать он. Мы все последователи. А у Хабиба нет красоты боя. Да, он все правильно делает. Изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно». Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр.